Вот они. Это уже мой помидор, и он тоже, похоже, собирается прорастать. И никакой это не ГМО. Вот они. Ну, сейчас могу вам его скрыть. О, блин. Специально для вас снимаю видео. Это уже мой помидор из моего парника. И вот тоже так же, похоже, пророс. Вот, пожалуйста, я вам его скрываю. Показываю, что вот они, семечки. Вот оно все, пожалуйста, пророщенное. И даже мой помидор, и никакой это не ГМО. Вот, пожалуйста. Вот такое чудо природы. Вот они уже, тут и корешки будут. Открываем дальше помидор. Смотрим, что там происходит. Ну вот тоже уже начали прорастать семечки. Попробуйте, и у вас получится. А вот этот помидор я сегодня вскрыла и увидела, что там происходит. И вот что у меня, видите, что там. Тут, конечно, семечки вообще все шикарно проросли. И даже корешки есть. Ну, в общем, вот. Вот. Видите, даже корешки есть. Теперь не знаю, что делать. Наверное, буду сажать. Вот такая вот аномалия.